Короче, мы на некой станции Болезино. День 22 августа. Такой прикольный полустанок, даже сюда умудрились киоски поставить. Ручные поделки. А что, это дуже це тут сам? Я так помню. Ну, мы сейчас останавливали. А ты? Вы с этого не взяли. Альбо того первого. Альбо того. Але там же есть файл. Домовые. Каждый с ним не своим рожаем. Ну ладно, я подъеду по 17-15. Я, может, и на поезд уступил. На автобусе. Это вы отдельно платите, да? Я. За это я стою. О, Ирзала, что тебе? За это 20. Мороженое типа тульский пряник. Сейчас я подойду. Зайца заперли. Все, уже осталось меньше суток, короче. Завтра в 11 уже будем в Москве.